Всем привет, это очередной за хвоста вон поста. И это, наверное, единственный раз, когда я изначально не планирую никакого стелса. Сейчас не будет абсолютно никакого стелса, это будет просто чистый захват аванпоста по хардкору. Итак, подъезжаем. И начинаем жарить. Полечимся. А то как уж мы совсем хардкор нахерачим. Еще раз полечимся. Так, там еще идется еще выживающий, откуда-то выползает. Судя по всему, эти бронебойщики крутятся недолго. Да, это бронебойщики. Так, там еще один. Движется он быстрее, это не бронебойщик, но, судя по всему, простой противник. Так, ну давай, иди ко мне уже. Ну что, кто круче, что ли? Ну давай, 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 иди сюда. Давай, давай. Так, ну что, не надо долбить ее так сильно, сейчас взорвется у меня. Блин, переборщил чуточек. Бам! Так. Два бронебойщика. Отлично, отлично. Идите ко мне. Камон, 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 камон. Так, остается катушка немножко. Так, там кто еще на лодке решил повылупаться? Всех порву, всех разнесу. Иди сюда. Бум. Бум. Так, кто вообще едет? Откуда полили? Так, вот оттуда идут кто-то. Так, вот с этим потом. Иди сюда, давай, 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 камон. Лечение. Сейчас, погоди, полечусь, погоди, полечусь. Ты чё, какой неуважительный. Ага. Ага. Взял по хардкору, да. Это веселее, чем стелс. Это, блин, вам не орешки щелкать. Аванпост освобожден. Ну, XP, конечно, меньше дается, блин, за то, что берешь не по стелсу. Ну и хер с ним, зато мы вон как всех порвали. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.